Всем добрый вечер. Хотел записать, как сэкономить на кормах, либо на комбикорме, но в общем на кормах. Корма сейчас дорогие, сейчас к осени будет все дорожать. Вот порубал им кабачки кольцами, не стал пополам, вдоль они перевернут. Да, они перевернут и все, потом фиг достанут. А вот колечками вот так они полностью съедят. Даже шкурки не оставят. Поэтому красота вот когда. Вот так вот. Вон, даже шкурки не оставляют, вместе со шкурой все едят. Да, молодцы. А этим смысла, наверное, хотя вот этим вот курехам можно пару кабаков кинуть. Ну вот, вот эти вот остальные я увезу домой фазанчиком. Да, потому что вот эти обормоты поросята. Ну, тоже едят. Ну, посмотрите, растаскивают. Но все равно едят. Вот эти вот цыплята. Из-за цыплят я вот кинул. Цыплята любят такое. Сейчас, наверное, еще один к ним заброшу маленький. А то своими ластами все потопчат. Да, кря-кря. Посадили здесь пятнистого мулардика. Ему 2 месяца. Завтра будет, поэтому ждать их уж больно долго, когда они вырастут, поэтому будем забивать сейчас потихоньку, каждый день или через день будем их убирать, потому что сейчас недели 2-3, ночи будут уже прохладные, и день неизвестно какой там будет по температуре, поэтому надо убирать. Да, квохчат, а яиц нет вот от них. Да, и так можно и с тыквой, и с кабачком, вот в данном случае кабачок. И эти едят, огород поливается. Фазаны не очень, но фазаны любят очень капусту. Вот качан у нас, хомяк поел, половину капусты съел. Ну, часть небольшую. Да, кря-кря-кря. Да, скажи, кормить надо, да, нас... Да, голодные. Вот этим он кинул, они серединку объели. Ну, до завтра ничего от кабачка уже не останется. Вон, кроме кабачка и зелени кидаем, и все. Поэтому летом на многом можно сэкономить на кормах. Корма нынче дорогие. Сейчас к осени все будет дорожать. А этих еще обормотов надо будет кормить. Да, кря-кря. Ну, он кинул им кабачок, они как-то его не очень едят. Поэтому остальное повезу фазанчиком домой. Вот такой вот ящичек, как столик у нас. Сейчас тут и кормушка, и перчатки, и сетка, если кто убежит. Сегодня у нас утка одна убежала. Кое-как ее поймали, вот здесь мускусную эту. По всему двору. Ну вот так. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Подписывайтесь, кто не подписан. У нас сейчас почти 800 подписчиков. Спасибо вам большое, что подписываетесь. Мне очень приятно. Поэтому буду сейчас почаще выпускать видео. И так стараюсь чаще. Поэтому все. Кому понравился вот такой вот способ, ставьте лайки, пишите комментарии. Как сэкономить на комбикормах. Да, нарезаю овощи, фрукты также, и яблоки вон, какие портятся. В хозяйстве никогда ничего не пропадет. Писали мне ВКонтакте, если у вас еще малинка. Да, вот малинка еще есть. Так, ну вспышка плоховато видно вот издалека. Вот. Малинка есть, но ее вот маловато. Так, наверное, сейчас вспышку как-нибудь отключить. А, не, уже не отключишь. Да, вот. Вот. Фокусируйся. Да, вот, малинка, вкуснятина. Ну вот, кто-то спрашивал про малину. Вы не обижайтесь, если я ВКонтакте
не успел прочитать ваше сообщение, обязательно прочитаю, потому что времени не хватает. Какие утром, какие днем, отвечаю. Поэтому не обижайтесь, если не ответил. Обязательно отвечу, потому что работы много. Ну вот, малинка есть, сейчас поем и буду отвозить кабачки фазанчикам домой, потому что они также хорошо их едят. Опять же, экономия, говорю, на кормах. Замечательный такой способ. Летом можно сэкономить на кормах, а зимой, увы, никак не сэкономите. Травки нету, один снег, поэтому, да, кря-кря. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. Подписывайтесь, кто не подписан. Ай, нас уже почти 800. Спасибо вам огромное.